Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас обзор телефончика Sony SP. Xperia SP. Вот такая вот коробочка у нас пришла. Вот такая вот цены, там все дела. Так, вообще всякой фигни, HDR, камера, а сколько у нас тут камера, 8 мегапикселей, двухъядерный процессор, 1,7 ГГц. Так, HD-дисплей, 4,6 дюйма экран, Wi-Fi, ничего положено. Так, открывается у нас коробочка вот здесь вот. Вот так вот. Тут у нас лежит сам телефон. Так. Кабель, ну все стандартно. Кабель, зарядка, мануал. Наушников, походу, нету. Да, наушников нету. Без наушников. Ну да ладно. Ничего страшного. Сейчас мы купим сам телефончик. Телефончик выглядит шикарно. Вот эта полосочка синяя, она, кстати, прозрачная. Все видите. Прикольно выглядит. Хороший телефончик. Так, сейчас мы его включим. Посмотрим, что у нас там. Так, камера не хочет фокусироваться. Ну. Угу. Вот так вот. Так. Что это у нас? Тут отдельная кнопка под камеру, болтик, кнопка включения, кнопка регулировки громкости, мини-джек сверху находится. Так, USB сбоку. Так, телефон уже включился. Русский язык у нас уже здесь стоит. Куча всяких приложений, даже Evernote есть, Recorder, Studio, навигация, Office Suite уже стоит. Ну, работает нормально. Еще сказать, интерфейс не тормозит, все шустренько работает. Ну что, экранчик такой яркий, насыщенный, хороший, четкий. Работает все нормально. Вот такая вот у нас телефона пришла. Все, всем спасибо, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.